valoros. Со Снегурочкой. Подарки нам принесет. И всем-всем-всем ребятам. И тебе, наверное, что-то принесет. Ой, спасибо, Каркус. Так, чего-то тут у нас на новогоднем столе еще. О, всего много. Каркус, посиди пока здесь. Так, а что в коробке что-то? Так, что в коробке? Посмотрю, что у нас такое. Добрый вечер, ребята. Ого. Так это же бенгальские огни. Каркуса, сейчас будем. Вали, тут я. Меня тут новогодняя суета. Да, вот ты. Мы тут с Каркусой решили, сейчас будем поджигать. Ты ж бенгальские огни. Что делаешь? Чего, что я делаю? Где ты взял эти бенгальские огни? Ну как, где, в коробке? А что за Новый год? Подожди, бенгальские огни надо поджигать, ага. И радоваться, веселиться, новогоднее настроение. Ты что уже так быстро повзрослел, чтобы зажигать бенгальские огни? Подожди, Зорик, ну что за Новый год без бенгальских огней? А ты знаешь, что бенгальские огни вообще нельзя детям в руки давать? Ни в коем случае! Почему? Потому что можно обжечься. Обжечься? Да. Обжечься? Что за меня такое обжечься? Ну, ожог получить. Ой, я так не хочу. Ага. Давай так. Давай ты поджигать будешь стоять. И я не буду, потому что я тоже все. А как же тогда поджигать бенгальские огни? Надо только взрослых просить. Это в присутствии взрослых делается. Ты что? Это очень опасно. Так. Может, и елочка загорится, и вообще все в доме загорится. Хорошо, Зорик. Присутствия взрослого нету. Тогда я пойду это. Куда? Петарды возьму, буду все взрывать. Да какие петарды? Ты чего? Ты что, с ума сошел? Да нет. Петарды? Это вообще, ты что? Ты знаешь, что петарды? Чего, смотрите, одна петарда. А если у тебя вот так вот в руке поддержишь? Знаешь, что будет? Ага. Будет вообще болька, вау, будет, вау, вообще будет там, вот так, больно. Так что нельзя пользоваться петардами, вот, и бенгальскими огнями. Поэтому просто нужно, вот, например, наряжать елочку спокойно, так раз, бальчик прилепил, вот, красиво, вот. Я понял. Я не буду зажигать бенгальские огни и не буду бросать петарды, потому что они могут взорваться в руке, да. И тогда можно попасть в больницу. И не только в больницу. Скажи, а взрослым можно взрывать петарды? Такие, которые там бах-бах-бах-бах. Ну, это специальные люди, называются, у них профессия пиротехники. А, да, я что-то слышал. Вот, они занимаются, у них специальное обучение проходит, а потом уже... Взрывать так, и то это салюты там вот разные. Ой, хорошо, что ты меня отговорил. Ты что? А так в Новый год провел в больнице. Да. Давай лучше посмотрим мультфильм. Давай. Ой, хорошо, что я. Давай, я вот сюда опять. Вот так. Сейчас бы пожгрись. Еще взорвали бы. Да. И в больнице бы лежали. И ты бы лежала, понятно? Поймай фильм, смотри.